Привет, я Алиса Че, и вы на канале Че Гейм. Мне написала про Мео Феликс очень прикольную идею для видео. 24 часа я буду жить как бедная. Мне кажется, это будет очень интересно, поэтому я уже не хочу ждать. Я надеюсь, что вы уже поставили лайк, подписались на мой канал, потому что мы начинаем. Я думаю, что мой дом с бассейном больше не мой, хотя бы на это видео. У меня тут 5 домов, даже 6. И они все теперь не мои. Я думаю, что я снимаю свою сережку с брови. Обычно у меня будут брови, как у нормального человека. Теперь делаем самую дешевую одежду. О, вот есть грязная. Мне кажется, надо найти что-то еще более грязное, рваное, чтобы прям вообще заморашка. Я думаю, что этот костюмчик нормальненький такой, весь черненький, хороший. Я думаю, что я буду вообще без шапки. Я очень странно выгляжу. И, возможно, мы сейчас поменяем прическу на какую-то более сумасшедшую. Вот, давайте вот на такую и пойдем уже жить. Мы отправляемся на помойку, на мусорку, на склад, кто как его называет. Вот мы уже приехали. Я думаю, я уже вижу свое будущее пропитание. Приветствую. Тут вот есть какая-то кость от рыбки. Ну, а мой домик сегодня будет... Ну, пусть будет таким. Интересно, я туда помещусь? Я не могу туда залезть. Эй, а в эту коробку? Интересно, давайте попробуем. Нет, я не могу залезть в коробку. Почему? Ну ладно, буду тогда здесь жить, в мусоропроводе. Вот так вот коробками обставлю себя. Поехали, найдем себе питомца, чтобы не быть такой одинокой. Возьмем с собой коробку на всякий случай. Давайте рыбную костяшку с собой возьмем. О, тут есть какая-то еда, видите? Тут есть корм. О боже мой, интересно, он вкусный? Он заново появляется, мне точно это подходит. Идеальный корм, вообще топовый. Куда же мы с вами пойдем искать мне животных? Вот эти все вот дорогие вот города, они для нас, знаете, да? Пошлите в какой-нибудь парк, например, сюда. Почему нет? Он же бесплатный, я там могу, в принципе, и поспать. И поесть, если что-нибудь найду. Вот она я. Мне кажется, я тут всех сейчас распугаю. Вот, поставлю рядом с палаткой, чтобы все знали, что я живу тут. Опа, грибы, 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 грибы. Я нашла гриб. Отлично, сразу кладем его. Возможно, я его поджарю, потом съем. Бобер, привет. Мне кажется, я не смогу его съесть, поэтому сиди, где сидел. Рыбу, можно ловить рыбу. Так, дорогой мой человек, давай с места долой. Рыбачить буду я. Интересно, я что-нибудь поймаю? Момент истины, покушаю ли я сегодня? О, рыба, ребята, да я супер просто рыбачка с первого раза, и такая рыбина. Отлично, кладем в коробку. Еще один гриб нашла. Я не пропаду, видите? Вот, тут есть целая корзинка шишки, грибы, цветы. О, деньги, я нашла деньги! Прикиньте, я деньги нашла просто в корзине. Ну ладно, корзинка не наша, так что я термос вижу, но он чей-то, нам нельзя его брать. Мы с вами возьмем моего любимого камушка, потому что другого питомца я позволить себе не могу. Но камень — это верный друг и спутник по жизни. Интересно, а муравьев можно есть? Нельзя. Блин. Придется отдать один гриб своему камушку. Так уж и быть. Кстати, вот тебе еда. Ты зачем мой гриб сожрал? Я тебе вообще-то миску волшебную принесла. Ешь, и все восстанавливается. То, что мне надо. Рыбу. Почему я не съела рыбу? Давай. Вкуснота, вкуснота. Ну, как царская пища. Ну вы что? Какая бедность. Интересно, а рыбку можно съесть? Обгрызок. Нельзя. Ну и ладно, бросим его куда-нибудь сюда. Все, поехали дальше. Где мы еще можем побывать за бесплатно? Опа, ну идеально нам подходит. Ну посмотрите, ну все есть. Здравствуйте, здравствуйте. Интересно, кофе здесь бесплатно или нет? Опа, давай каску мне. Оп, все, украла каску. Ненужные вещи никому.
Я считаю, что они очень даже нужны. Вот, посмотрите, лампа какая хорошая. А это тоже все рабочее. Опа, кто-то здесь живет. Я бы тоже такой домик хотела. Ну, у меня, в принципе, такой же домик. Так что я считаю, я могу совершенно спокойно здесь поселиться. Ну, вот вообще, без проблем. Я нашла себе постоянное место жительства. У меня соседи даже такие же, как я. Они не будут считать меня странной. И я тут буду вот недалеко в коробочке жить. Надо чуть-чуть прибраться, а то здесь банки какие-то. Сломанное фортепиано. В нем растет клубника. Ну, что это за дивное место? Вот тут я могу умыться. Трамвайчик какой-то. Здесь бесплатная еда. Туалет даже есть. Туалет, правда, туда не помещались. Ну ладно, как-нибудь просунемся. Открываем холодильник, тут тоже кто-то живет. Можно надеть вот эту одежду, а то мне как-то холодно. Ну слушайте, я считаю, что я могу здесь даже работать. Мы едем гулять с моим питомцем. Ну, утеплились, нас дома никто не ждет. Дома у нас тоже нет. Так что можно гулять хоть до ночи. Знаете, куда мы едем? Мы едем в пещеру. Мне кажется, что там что-то есть. Смотрите, тут есть метелочка. Интересно, можно ли на ней куда-нибудь улететь? Не знаю, давайте попробуем. Все, полетели. Кстати, можно. Опа, 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 опа. Ей, в новое будущее. Что тут еще есть? Есть пираты. Может, мне стать пираткой? Буду красть золото и куплю себе дом. Поехали куда-нибудь, где все очень какое-то дорогое, все такое понты, манты. Поехали в какой-нибудь домик рождественский. Я не знаю, что я там найду. Это, скорее всего, лыжи, магазин лыж. Интересно, меня оттуда выгонят или нет? А, это какое-то кафе, плюс магазин, плюс спальня. Уборщики не нужны, а то я тут вам могу тин-тин-тин-тин-тин-тин и тебя могу пропылесосить. Метелкой. Да, банкомат есть. На него можно посмотреть. Давай я тебе подмету, а ты мне дашь картошку. Хорошо, я хорошо подметаю, посмотри. Все чисто сразу стало. Мы взяли острый соус. Мне кажется, его я 100% могу просто так покушать. Хочу покрасить себе волосы. Посмотрите, тут на столе стоит никому не нужный кетчуп. А мне уже надоела моя прическа, поэтому... Ей! Вау, посмотрите, какая я сразу стала яркая, красивая, ну вот просто. Давайте отсюда уже убежим, а то, мне кажется, нас сейчас просто выгонят. В магазин мы пришли. Эх, как жаль, что мы ничего не сможем купить. Слушайте, поехали, поехали в банк. Вдруг они нас там увидят и скажут, блин, дайте девочке денег. У нас-то их много, всем хватит. Так что едем в банк. Вот мы приехали в банк. Главное не привлекать внимание, чтобы нас не выгнали. Так, посмотрите, тут бесплатная бумага. Посмотрите, просто бесплатная бумага. Давайте побольше возьмем. Тут камеры, главное не привлекать внимание. О, тут бесплатные фрукты и конфеты, представляете? Мне уже нравится этот банк, может покушать. Мы совсем не привлекаем внимания, мы просто съели почти все, что здесь есть. Ну, как почти? Все. Давайте возьмем талончик. Вот, мы первый номер. Можно вырубить электричество? Ну, тогда это будет вот как раз второй наш план Б. Здрасте. У него какое-то злое лицо, он мне не нравится. Здрасте, вот наш первый номер, и никого нету. А если никого нету, ты вот давай, иди, иди вон. Вот, можно взять, в принципе, раз никого нет, то почему нет? Можно взять. Вот тут еще какие-то бумажки есть бесплатные. О, детский игровой уголок! Тоже можно бесплатно порисовать. Кубики. Я всегда мечтала. Опа! Опа-на! Охрана. И какая-то очень интересная, важная комната. И бесплатные листики. Е-е-е! Поехали. Поехали на 56-й этаж. Нулевого на 56-й. Я считаю, это очень классно. Посмотри, тут есть туалет. Также тут можно рисовать. Какой-то офис. Вау. Ну, тут ничего для меня интересного. Поехали на 72-й, а потом будет что-то очень интересное. Ого, тут ланч-зона. Ланч-зона, еда, ресторан. О, вертолет. Интересно, можно ли угнать вертолет? Мы возвращаемся на нулевой этаж.
Я тут все изучила. Сейчас мы будем грабить банк. Нужно как-то отвлечь охрану. Я хочу проникнуть в ту комнату на нулевом этаже. Вот, я уже приехала. Давайте он просто куда-нибудь уйдет, например. Это было проще, чем я думала. Нужен пин-код. Так, какой правильный? Так, одну нашла, вторую нашла. Опа, нашла. О, сколько денег! Все мое. Бриллианты берем, золото, конечно, мы берем все. Картины нам не нужны. Зачем? Мы берем золото. Денежки. Красота. Вот еще денежки тоже берем. Смотрите, какая огромная куча у нас уже. Открываем ящички. Ну, а тут что-то неинтересное совсем. Никакого золота. Оп, есть ключ какой-то. От чего ключ, интересно? Кстати, камера нас, камера снимает! Камера нас снимала все это время! Так, и что это значит? О, нет! Давайте выключаем свет быстро. Быстро выключаем свет, чтобы нас не оштрафовали. Я надеюсь, что мы сейчас успеем сбежать вместе с деньгами. Блин, он светится, нас видно! Убираем скорее кристалл. Убираем кристалл быстрее. Берем деньги обратно, 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 обратно. Есть какой-то еще необычный кристалл. Ну ладно, закрываем это все. Закрываем быстрее! Видите, камеры все отключились. Я надеюсь, меня не заметили. Фух, я смогла скрыться. Все, ребята, я теперь не супер бедная, а супер богатая. В следующий раз я уже буду думать, как я потрачу свои денежки. Ну а если тебе понравилось это видео, то обязательно ставь лайк, подписывайся на мой канал. Ну а с вами была Лиза Че. Всем пока!